Хорошо. И я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию 1960 года рождения, воплощенного на Земле. 1, 2, 3. Шла. Хорошо, и я даю команду, выходят все тонкие копии, настоящие и фальшивые, которые могут находиться в биороботе. 1, 2, 3. Снимаются все маски и голограммы. Шла копия. Хорошо, снимаются все маски и голограммы. 1, 2, 3. Идентифицируя он. Ощущение, что у него еще одна копия как прикрывается. Вот, и я об этом, у меня точно такое ощущение. И я даю команду, и вторая копия выходит из его биополя. 1, 2, 3. Материться. Кто? Копия. Отлично. И бери обе копии в специальные защитные костюмы. 1, 2, 3. И поднимайся вместе с ними в комнате диагностики. 1, 2, 3. И будь в ней. Хорошо. Ставь на пьедестал две копии. Над фальшивой копией загорается красная лампочка. 1, 2, 3. Есть. И фальшивая копия с силой моего намерения притягивается в клетку тюрьмы и остается там заложником. 1, 2, 3. Сейчас Леонидис входит в сканер, и я даю команду. На счет 3 сканера начинает его сканировать сверху донизу. Проявляются все каналы, выстраиваются и ведут к ответственным все чипы и датчики. Притягивают, проявляют всех интерферентов, любых подселенцев и отправляют их по каналам в клетку тюрьму. Я вижу у него беса, но больше пока никого не вижу. Демон это. Демон, да. Читаю цифры над головой. 1, 2, 3. 17. 17-герцовый демоняка. Так, демон, ты знаешь, ты зашел на запретную территорию? Говорит, я домой вернулся. Мы уже встречались с тобой? Был уже тут. Значит, ты знаешь то, что я говорил, что будет с тобой, если ты опять вернешься? Че ты меня пугаешь, ничего ты мне сделать не можешь. Серьезно? А почему? Скажи мне, ты так думаешь? Думаешь, я не могу 17-герцовым демоном ничего сделать? Костя, обратно я докажу. Еще раз отпустишь, еще раз приду. А, хорошо. Я даю команду, и в моих руках материализуется маленький шар энергии царя Соломона. 1, 2, 3. Хороший ход, но ты же не будешь это использовать. А почему ты думаешь, что я не буду? А знаешь, сколько раз я уже это испробовал? И знаешь, что после него остается? Кожа и рога. И почему ты думаешь, что я не буду это использовать? И почему ты такой самоуверенный? Что ты думаешь, что ты сейчас находишься в положении, где ты можешь что-то диктовать? 5 ударов копьем моим на чистоте демона. 1, 2, 3, пошли удары. Убираю шар Соломона. 1, 2, 3. Входит в мое биополе. Он бегает, больно же говорит. Ты знаешь, он еще дает информацию, от него идет. Да. Что там не только рога и кожа, то ты не знаешь, как им я знаю. Управлять. Он не только убивает. А что он делает? Расскажи мне, расскажи. Чего я еще не знаю? Кубирует демонов. Что? Не понял. Кубирует. Он загоняет их в какое-то пространство. Да, абсолютно верно. И вот там находится Визивул сейчас. Слышал такое имя? Слышал. Вот. Это крутое. Лезть меня не интересует, демон, не интересует. Сейчас уже поздно. Сейчас уже ты сказал, что ты мне сделаешь, ты меня отправишь. Да, я тебя отправлю, но я тебе не сказал, куда я тебя отправлю. Как ты сейчас заговоришь? Че такой строгий, говорит. Ты не понимаешь, что ты здесь отвечать на мои вопросы, а не задавать мне вопросы? Я тебе сказал не входить в это биополе. Ты нарушил приказ, и ты мне говоришь, что ты такой строгий. Где логика? У тебя тогда не было такого оружия. Сейчас мне его дали. Дослужился. И вот как мне? Мне лично на тебя жаль. И частички этой энергии. Но если надо, я могу ее использовать. И ты увидишь, как оно красиво в клетке. Сидеть сжатым до размера брелка. Я видел эту клетку? 20 сантиметров, 30, как коробка. Из-под обуви. Вот такой длины. Я был вот. Там 1000 лет. 1000 лет? Да ты что? Ты хочешь сказать тебе 1000 лет, демон? Поймал. Мне нельзя врать. У меня аллергия на ложь. Мне опять тебя копьем бить за вранье? Хочешь, я могу рога отбить прямо сейчас, здесь.
и опустить тебя туда вниз, чтобы тебя все ржали с тебя. Хочешь? Нет, оставь мои рога. Хочешь, я тебя уменьшу до размеров черта сейчас? И оставлю таким. Хочешь? Я это могу сделать. Ладно, проси, что хочешь. Я тебя уже просил не приходить в это биополе. Ты нарушился. Ты сказал, что ты пришел домой. Вот я сейчас и думаю, как тебя наказывать. Что мне у тебя просить? Мне у тебя просить не надо. Я требую. Я здесь по просьбе Леонидеса. И он сказал всех сущностей убирать галактическое ядро. Он не хочет их видеть в своем биополе. Вот как мне с тобой поступать? Пойду искать другую жертву. Давай договоримся так. Если ты хочешь действительно на себе попробовать, как сидеть еще 1000 лет в этой коробке, ты придешь еще один раз. Если ты этого не хочешь, мы с тобой не встретимся. Тебя устраивает такой вариант? Да. Только тогда больше уже... Да, только тогда пеняй уже на себя, если ты свое слово не сдержишь. Так, что ты оставил в биополе Леонидаса? Выйди сейчас и забери все. Да. И включаем сканер. Сканер начинает сканировать тонкое тело Леонидаса сверху вниз. Если что находит, моментально загорается ярко-красная лампочка. 1, 2, 3. Если ничего не находит, зеленый. 1, 2, 3. А ты знаешь, у меня ощущение, что у него еще кто-то в фиолетовом теле. Она вроде полная, но как-то мне не нравится. Или это фантом от спрута, что-то напоминающее. Розовое, говоришь, да? Или какого цвета? Он как белый. Хорошо. Канал и спрут, но он не четкий какой-то, но тело вроде полное. У меня ощущение, что кто-то перемещается. Хорошо. И если что-то сейчас чужеродное находится в биополе Леонидаса, сканер начинает мгновенно это находить по каналам. Все чужеродное, что находится, Леонидис подсвечивает изнутри, и все чужеродное проявляется, а выходит из его биополя и входит в канал, ведущий в клетку-тюрьму к ответственному. Да будет так, а так и есть. А вот у него все-таки, я не знаю, что это, как спрут, такой какой-то прозрачный, как медуза. И снимаются все маски и голограммы. 1, 2, 3. Предстает перед нами в первозданном виде эта сущность. Это молодой спрут какой-то. А где он его подхватил? Спрут, откуда ты здесь взялся? Родился. Родился. Мама привезла, да? Кинула. Понятно, хорошо. Так, кто еще в теле есть, кроме спрута и демона? Ну, получается, вот эта копия, это его эмоции, события, информация. То есть он как щитом ей защищается, что ли. Оно ему надо? Нет. Давай это все сейчас уберем. И я даю команду, вот это все красное выходит. Из его биополя весь этот щит формируется в шар перед ним. 1, 2, 3. До последнего микрона вся эта энергетика выходит из его биополя, освобождает его. Он становится чистым без нее. Накручивается в шар до последнего микрона и зависает в воздухе перед ним. Готово. И открывая под этим шаром портал в галактическое ядро, и он улетает в галактическое ядро на переработку в чистейшую энергию. 1, 2, 3. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Так, спрут, я тебя спрашиваю, ты в этом теле что оставил? Он какую-то оболочку показывает. Давай, побежал и вытащил вот это все, что ты сейчас оставил, потому что я после этого буду проверять. Если ты не уберешь, то по каналу ты получишь мощнейший удар в 1 миллион герц. В твоих интересах все вытащить, чтобы оно не сожглось в этом теле. Приступай. Да. Маячок зеленый, красный. Если что-то остался, хоть микрон чужеродной энергии спрута или демона, она загорается красным цветом, если чистый зеленый. 1, 2, 3. Какой цвет? Зеленый. Хорошо. Так, спрут, я тебе запрещаю в это тело приходить. Ищи себе новое место. Если ты вернешься, я тебя накажу. Причем очень серьезно. Ты это понял? Да, он понял. Открывается наверху портал на чистоте спрута. 1, 2, 3. И спрут уходит на свою чистоту, забирает все, что он принес. Я рассмотрю, чтобы он ничего не кинул. Закрываю, печатаю, растворяю. Кстати, знаешь, что он вытащил? Что? Знаешь, такие вот бывают присоски на палочке. Пистолеты, что ли, такие детские бывают. Да, знаю, знаю, да. А вот у него то же самое.
он в области сердца куда-то такое вот присоска с палочкой, и она потом как в организм втягивается и остается там. Понял. В организме прирастает. Вовремя убрали, заметили. Хорошо, так, где эта арматура, которую демон принес? Это не арматура. А что это было? Это не демона было, это вот как раз эмоции все вот это были. Они ушли. Они ушли. Как понятно. Щит был, да, это все ушло. Так, демон, возвращаемся к тебе, к твоей нелегкой или тяжелой судьбе с этого момента. Отпусти уже, говорит. А что мне тебе верить? Объясни мне. Дай мне хоть повод один тебе поверить. Ты же лжешь. Ложь — это твоя правда. А он говорит, что твое оружие убедило меня. Хорошо, вот это я хотел услышать. С этого момента оно действительно есть в ваших мирах, об этом уже известно давно. Но ты, видать, эту новость упустил, поэтому вел себя немножко похабно сегодня, поэтому я был вынужден тебя бить копьем. Я бы тебя не бил, если бы ты вел себя вежливо по отношению ко мне, как и я пытался с тобой сначала наладить контакт. Ты больше в это тело не приходишь, мы с тобой договорились, и не приходишь никому вообще из членов этой семьи. Для тебя это табу. Открывается внизу портал на чистоте демона 1, 2, 3. Все, что у него есть, он уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя, все улетает вслед за ним, все, что к нему, ему принадлежало, до последнего микрона. 1, 2, 3. Готово. Сколько у Леонида с энергии? 72. Сколько дадим? 50. И сколько герц? 18. Хорошо, и насчет 3. В макушку головы Леонидаса начинает поступать, заполняет пустоты, вытесняет все негативные энергетики и вибрации. Частота вибрации его поднимается до 15 Гц. 1, 2, 3. Готово. Синхронизируется энергиями вибрации, гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. 1, 2, 3. И блокируя все каналы, предлагаю тонкой копии Леонидаса поменять полярность всех подключек чиповых датчиков, имплантовых конвекторов и нанести импульс высокого вибрационно-шокового удара в 200 тысяч Гц, сжечь все каналы на счет 3. 1. Концентрирует всю свою энергию. 2. Готовится мощным ударом шокового импульса 200 тысяч Гц, сжечь все каналы. 1, 2, 3. Удар. Шок. Отлично. И открывается портал в галактическое ядро. Эти каналы улетают в галактическое ядро. Вся чужеродная энергия на переработку. 1, 2, 3. Закрывая, печатая, растворяя. То. Хорошо. Энергию мы его заправили. Давай его теперь подключим к потоку. Позвоним ему энергию благодарности. 1, 2, 3. И мы закончили. Для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Леонидаса в систему биоробот-душа, заводим, подключаем его к каждой клеточке, каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между тонкими телами и физическим биороботом. 1, 2, 3. И отключайся от объекта и возвращайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Да, я здесь. И я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию от 1959 года, воплощенного на Земле. 1, 2, 3. Нашла. И защищая Хуберта и поднимая в комнату диагностики. 1, 2, 3. А здесь. Хорошо, Хуберт заходит в сканер, и на счет 3 сканер начинает его сканировать по всем частотам, проявляет, находит всех интерферентов, автоматически выстраивается канал в клетку тюрьмы, и ответственность за канал притягивается в клетку тюрьму. 1, 2, 3. У него как арматура через все тело какая-то. Ой. Поэтому он засыпал, понятно. Хорошо. И ответственный по каналу притягивается в клетку-тюрьму, снимаются все маски и голограммы. 1, 2, 3. Проявляются все каналы, все подключки, все датчики. Ярко-красным цветом они горят. Но у него есть спрут. А это арматура чья? И от арматуры выстраивается канал. И ответственный по каналу притягивается в клетку-тюрьму силами его намерения. Да будет так. А так и есть.
Но я бы сказала, что у него рептилоид. Окей, хорошо. Рептик. Рептик, спрут, вот этот, от рептика к арматуре идет. Вернее, от арматуры к рептику. Понятно. И связанные с рептилоидом Гры притягивается в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Проявляется 1, 2, 3. Нету Гры. Это не рептилоид. Это, а кто это? Гуманоид. Вот так вот. Отлично. И гуманоид замер в клетке. 1, 2, 3. Гуманоид. Так. Так, спрут. Обращаюсь к спруту. Значит, у нас сколько каналов, Вера? Посмотри, пожалуйста. У нас 2 канала. Один к спруту, другой к арматуре. От арматуры идет к гуманоиду. В общем, он поставил вот это, ну, как арматура, грубо говоря, такая, какая-то как пластина или железное что-то. Ну, я так железное определяю. Он искажал какие-то энергии, которые поступают к нему. Обращаясь к этому паразиту, когда ты зашел в это тело, и почему ты зашел в это тело, которое прочитало манифест о свободе воли и своих намерений и своих энергий? А, я ему сказал, он замер. Он может говорить. Ну, а у него канал напрямую ангельский. И он перекрыл эту арматуру, ну, вот поставил эту... Ты за гуманоида говоришь? Да. Угу. То есть ты... Перекрытие он поставил, чтобы, ну, энергию, во-первых, оттуда брал он чистую. А во-вторых, он сузил его. Вся информация не поступала, вся энергия. Понятно. Это он отвечает или ты считаешь информацию? Считаю. Я обращаюсь к гуманоиду. Откуда ты пришел и почему ты пришел в это тело? За энергией ангельской. Ты воровал ангельскую энергию? Да. Откуда ты, гуманоид? Сириус. Опять Сириус. Ловец душ? Нет. А почему нет? А какая разница? Чистой энергией ворую. Чистой энергией воруешь. Понятно. Хорошо. Как ты думаешь, эта арматура будет в твоем теле действовать? Плохо. Вот мы сегодня проверим. Иначе ты никак не научишься. Куда надо приходить, а куда не надо приходить. Где человек прочитал манифест и объявил о своих намерениях и своих энергиях. И все, кто туда вошли после этого прочтения, практически подписали себе приговор. Он говорит, я дам информацию, не ставь на меня. Какую ты мне можешь дать информацию, которую я еще не знаю? Это энергия, которой он связан. Ангельская, она лечебная. Он ее показывает, он конечно, ее она такие конечно, она шары складывает. А, он складывает. Ворует. Он складывает. Она, даже для них она лечебная. Понятно, хорошо. Посмотрим, как к этому ангелы отнесутся. Хорошо, так, спрут. Когда спрут зашел в это тело? 40 дней назад. 43 дня назад. На счет 3 начинается реверс энергии. Я даю команду возврату патогенной энергии, которую вы дали Хуберту. После этого будет команда на реверс энергии, которую вы у него украли. После этого будет проверка. Если я еще что-то найду, я сожгу всех. И я даю команду тонкой копии Хуберта спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Начали выстраиваться каналы, сущности подходят к своему каналу. 1, 2, 3. Я даю команду тонкой копии Хуберта произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Хуберту. Энергию страха, неуверенности отдаем, энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Спрут такая, как сказать, идет как облак, такая вата, серая какая-то, серо-белая, я бы сказала, грязная. А к этому что идет? Гуманоиду? А к гуманоиду какой-то стальной, такой серый цвет. Хорошо.
закончили. И устанавливается фильтр золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Хуберт забирает всю свою чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная, чистая. Ангельскую энергию. Все, что у нее украли, возвращается назад. Любая энергия до последнего микрона силы моего намерения возвращается назад. Пошла энергия усилием потоки в 50 раз до последнего микрона. Вот от гуманоида такая прозрачная, белая, нежная такая энергия идет. Это ангельская энергия. От спрута идет перекрученная, фиолетовая и бежевая. Энергия жизни. И фиолетовый у нас цвет – это канал поступления энергии, темечко. И я даю команду, и вот эта конструкция, все, что находится на энергетике гуманоида, выходит силой моего намерения из тонкого тела Хуберта безболезненно, зависает в воздухе до последнего чипа, до последней кабеля, до последнего конвектора. Все на этой частоте выходит из биополя Хуберта и зависает в воздухе. 1, 2, 3. Готово. И силой моего намерения я устанавливаю это все на гуманоида. 1, 2, 3. Не устанавливаю. А почему? Ты делал ему больно. Вот сейчас ты получаешь назад. Включая на полную мощность. 1, 2, 3. Пошла энергия. Пусть прочувствует, как она чувствуется на себе, арматура в теле. Неприятно. Неприятно. Усиливаем мощность на 100%. Хорошо. Пусть так стоит. И спрут, я тебе даю команду, метнулся и вытащил все свои яйца. После этого я, если что-то осталось, я это сожгу. Побежал. Между тобой и спрутом защита активирована. Кто-то на что-то кинет, я ему сожгу лапы. Все забрал. Все забрал, хорошо. Так, и включая сканер, значит, три он начинает сканировать. На всех частотах с Хуберта 1, 2, 3, если что-то осталось. Он это моментально находит и выкидывает из биополя. Пошел скан. Ничего не осталось. Хорошо, все забрали. Этот в клетке стоит, да? Да, все в клетке. Так, спрут, я тебе запрещаю в это тело еще раз приходить. Если еще одна жалоба поступит, я об этом узнаю через 10 минут. Ты не успеешь даже свои расположиться у него. Я найду тебя и поджарю. Ты это понял? Понял. Все. Запрет для тебя на это биополе. Открывается наверху портал на частоте спрута 1, 2, 3. Спрут забирает все свое и уходит на свою частоту. Вера, смотри, ничего не бросает. Все у него закрываю. Отлично. Закрываю, печатаю, растворяю. Так. Делаю запрос в информационном поле, энергоинформационном поле. И хочу обратиться к своему учителю Волф. Волк, прошу, выйдите на короткую связь. Я хочу спросить, как поступить в одной ситуации. Спрашивай. Приветствую вас. Примите нашу энергию благодарности. Уважаемый Волк, у нас сейчас опять гуманоид. Я не могу рассчитать, насколько он опасен. Как вы скажете поступить? Открой воротку, его встретят. Отлично. Благодарю и посылаю вам свою энергию благодарности и любви. Рассинхронизируйся, Вера. Хорошо, гуманоид, всю. И отправляю тебя в крепкие объятия друзей. Открывается наверху портал на частоте гуманоида. 1, 2, 3. И гуманоид выходит на свою частоту. Там его встречают. Готово. Закрываю, запечатаю. Растворяю. Хорошо.